Сегодня в меню замороженные овощи в духовке. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль 2-3 щепоток. Смесь замороженных овощей 400 грамм. Масло растительное 1,5 столовые ложки. Быстрый и простой рецепт приготовления диетического обеда или ужина, гарнира для мясного или рыбного блюда, замороженные овощи в духовке. Подготовьте указанные ингредиенты. Смесь замороженных овощей может быть любой: тыква, морковь, зеленый горошек, лук, болгарский перец, помидоры, баклажаны и так далее. Замороженные овощи обдайте водой и выложите в форму для запекания без размораживания. Полейте растительным маслом, посолите. Разогрейте духовку до 220 градусов и поместите в нее форму с содержимым. Запеките примерно 20-25 минут, следя за поверхностью блюда. По желанию овощи можно за 2-3 минуты до готовности присыпать мелко натертым сыром, мягким или твердым. Выключите нагрев и извлеките форму из духовки. Выложите запеченную овощную смесь из формы на тарелку и подайте к столу. Можно добавить немного сметаны, чесночного соуса, различные мясные деликатесы. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители! Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо!